Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на моем канале, и сегодня поговорим о самом красивом и легендарном луке в Азероте – Торидал Звездная Ярость. Точной истории появления этого лука не существует, но есть предположения, и всего их три. Три самых распространенных теории о том, откуда взялся Торидал Звездная Ярость. Первая история. Торидал есть не что иное, как само воплощение энергии Солнечного Колодца и ее физическое проявление. Во-первых, об этом намекает и название лука, и гравировка, которая гласит «Энергия Солнечного Колодца течет сквозь Торидала». Во-вторых, для использования лук не требует боеприпасов, при натягивании тетивы он создает волшебные стрелы. Вторая история. Лук принадлежит бесславно забытому герою ночных эльфов, отряды которых принимали участие в войне древних. Согласиться с этой теорией нас подталкивают остальные предметы, хранящиеся у Кил'джадена еще с той поры. Среди всего этого хлама вполне мог затеряться и легендарный лук. Третья история. Многие предполагают, что владела этим луком Алерия Ветрокрылая, сестра Сильвана и Верисы. Именно ее статую можно лицезреть на мосту Штормграда. Алерия входила в число армии Альянса, давшей отпор демонам у Темного Портала и продолжавшей сражение уже на территории Дренора, даже после того, как портал был закрыт. Подтверждают эту теорию и капюшон Алерии, который можно найти в закромках Кил'джадена. Да и само оружие выполнено в стиле, характерном для высших эльфов, к числу которых принадлежат и сестренки Ветрокрылые. Каждая из теорий, как мы видим, имеет право на существование, но правда, как это ни прискорбно, мы, скорее всего, не узнаем никогда. Как получить Торидал? Звездная Ярость. Как и в случае с парными клинками Азенота, фармить Кил'джадена. Плато Солнечного Колодца проходится в соло любым классом. Что ж, подведу итог. Чтобы получить легендарные предметы из контента классической игры и первого дополнения The Burning Crusade, нужна главным образом удача и молитва на вовхеде. Рандом есть рандом, может выпасть с первого раза, а можно ходить годами. Но все-таки это является поводом собирать фан-рейды, где вы можете познакомиться с новыми игроками. На этом все. Возможно, когда-нибудь Blizzard нам расскажет историю данного лука. Также хотел бы поблагодарить пользователя портала WoWGP, Лукаса, за оформление канала. Спасибо тебе! Если вам понравилось это видео, то можете подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем хорошего рола, до свидания!